Так, девочки, я вам рассказала в прошлом видео очень подробно про рыбий жир и показала вам, как для детей делать утренний завтрак. То есть не завтрак, а такой бутербродик намазать, в котором будет уже профилактика всех респираторных заболеваний. Теперь я делаю себе, я немножечко себе, может быть, сделаю более жирно. Но ничего, я люблю, если вы посмотрите меня, там где-то у меня есть видео, то я держу форму, наверное, потому что я правильно питаюсь. Я буду делать так. Значит, я возьму жидкий сыр. Этот сыр у меня... Сейчас. Вот он у меня. Это у меня жидкий сыр. Видите? Я его переложу вот в такой контейнер у меня специальный. Вот. Рыбу сыром не испортишь, сыр рыбой не испортишь также. Теперь я беру нарезанную красную рыбку. Солите рыбу сами, берите ее, хорошенечко просолите солью, но не переусердствуйте. И оставьте на пару дней. Через пару дней все готово. Кто-то оставляет на 12 часов, но это глупость. Рыба есть рыба. Не забудьте ее хорошенечко промыть. Вот, тут я буду сейчас ее размешивать хорошенечко. И добавляю столовую ложку, может быть, чуть больше рыбьего жира. Для чего рыбий жир, я вам уже рассказывала. Поскольку мы взрослые люди, мы себе больше сделаем. И вот утром, каждое утро, таким образом я и мой муж получаем свою дозу рыбьего жира. Сюда я себе могу добавить еще кое-что. Так, смотрите. Сейчас мы это все размешаем. И у нас получится как бы сыр. Но сыр не простой, а усиленный омега-3, витамином А, витамином D2. Вот. Омега-3 – это две кислоты, о которых я говорила в прошлом видео. Это у нас будет не простой сыр, а сыр с красной рыбы, усиленный рыбьим жиром. У кого нет красной рыбы, ничего страшного, вы прекрасно можете. Просто будет запах рыбы. И ваши родные могут не понять, что это за сыр такой с запахом рыбы. А вот именно когда вы рыбку добавляете, то теперь понятно, откуда запах такой. Вы же знаете, что рыбий жир дает запах. В то же самое время вы даете возможность вашим родным и близким лечиться. Незаметно для них, они сами лечатся. Они получают столь необходимый нашему организму витамин А для зрения, витамин D. 2 и омега-3, то есть вот эти две кислоты, которые у нас против атеросклероза, против тромба, против холестерина и так далее. Ну хорошо еще для сетчатки именно глаз. У кого сетчатка, сетчаткой проблемы, девочки, вооружитесь вот этой вещью, рыбьим жиром. Жидким. Он недорогой. И многие не знают, как же деткам давать. Наливают и заставляют их этой ложечкой. Не надо. Вот один из вариантов. Я вас всех люблю. Целую. Ваша Катя.